Как трудно представить футбольную команду на футбольном поле без неизменного вратаря Александра Матвеева. Итак, самое главное, что, так сказать, определяет твой посыл в жизни, это слово «игра». Игра не смотрит ни на что, господа. Вот отец сядет со мной играть. Поблагодарю отца. Да что, а не садись сюда. Здесь все равны. Молодцы.